Общее сведение. Тинонит – это чаще монокулярное поражение глазного яблока с развитием воспалительного процесса в области тиноновой капсулы или ее пространства. Патология распространена повсеместно. Заболевание наиболее часто встречается среди лиц трудоспособного возраста. Из-за склонности к рецидивам тинонит приводит к частому ограничению работоспособности в периоды обострений. Мужчины и женщины болеют одинаково часто, но среди лиц женского пола преобладает аутоиммунная природа заболевания. У представителей мужского пола наиболее распространена патология, возникающая на фоне проникающего ранения органа зрения. Исходом тинонита чаще является полное выздоровление, реже – потеря зрения и инвалидизация. Тинонит – причины тинонита. Наиболее распространенной причиной тинонита являются воспалительные процессы других отделов глазного яблока с последующим вовлечением в патологический процесс тиноновой капсулы. Источником внутриорбитальной инфекции зачастую выступают изъязвления роговицы, эридоциклит, эндофтальмит или панофтальмит. Реже тинонит развивается на фоне гриппа, скарлатины, паротита или рожестого воспаления, что подтверждает инфекционную теорию патогенеза. Этиологические факторы представлены бета-гомолитическим стрептококком группы А, вирусом гриппа. Серозная форма заболевания часто возникает на фоне ветряной оспы и сифилиса в анамнезе. Причиной гнойного тинонита могут становиться гоматогенные микробные метастазы. Распространение инфекционных агентов возможно и лимфогенным путем. В офтальмологии описаны случаи заболевания у пациентов с активным ревматическим процессом и коллагенозами в анамнезе. Тинонит может выявляться в послеоперационном периоде после проведения хирургического вмешательства по поводу страбизма, фокоэмульсификации катаракты. В ряде случаев заболевание диагностируют у пациентов с проникающими ранениями глаз. Пусковым фактором развития данной патологии является отек с последующей инфильтрацией висцерального и париетального листков тиноновой капсулы. Скопление выпада в тиноновом пространстве, раздражение рецепторного аппарата приводит к возникновению клинической картины тинонита. Симптомы тинонита с клинической точки зрения различают серозный и гнойный тинонит. При диффузном поражении патологический процесс распространяется по всей протяженности тинонового пространства. Локальный тинонит ограничен на небольшом участке. При подостром течении симптомы заболевания менее выражены, но сохраняются в течение длительного промежутка времени. Зачастую при наружном осмотре выявить изменения не удается, единственным признаком патологии является боль в движении глаз. Для тинонита характерно рецидивирующее течение. Провоцирует развитие рецидивов ревматические атаки, носоглоточная инфекция, общее переохлаждение организма, снижение реактивности и резистентности организма, иммунодефицитные состояния, авитаминоз. Для тинонита характерно острое или подострое начало заболевания. При остром течении пациенты предъявляют жалобы на ощущение выпирания глазного яблока, интенсивную боль в области орбиты, которая усиливается при движении глаза. Боль радиирует в область лба и надбровных дуг. Как правило, в патологический процесс вовлечен только один глаз. Через 2-3 дня после возникновения первых симптомов развивается клиническая картина периода разгара тинонита. На смену чувству выпирания приходит экзофтальм. При этом движения глазного яблока ограничены, возможно развитие диплопии. Веки и орбитальные конъюнктивы отечны. Слезотечение и выделение патологических масс отсутствует. Больные отмечают развитие фотофобии. Самочувствие нарушено незначительно, что является важным диагностическим критерием. Диагностика. Для диагностики тинонита необходимо провести наружный осмотр, компьютерную томографию, КТ, ультразвуковое исследование, УЗД в режиме, визометрию, биомикроскопию, тонометрию. При наружном осмотре выявляется незначительный экзофтальм, отечность век, отек и гиперемия конъюнктивы. Экзофтальм при тиноните, как правило, ай 21-23 мм, реже 2-24-26 мм степени, что подтверждает результаты экзофтальмометрии при помощи прибора Люде. Разница в высоте стояния глазных яблок более 2 мм указывает на односторонний процесс. Пальпация в зоне проекции поражения стимулирует усиление болевого синдрома. На КТ визуализируется скопление жидкости в тиноновом пространстве. Проведение УЗД в динамике позволяет выявить содержание эксудата, который самопроизвольно рассасывается, что указывает на серозную разновидность тинонита.
При гнойной природе заболевания объем эксудата увеличивается с дальнейшим прорывом в полость конъюнктивы. Методом биомикроскопии подтверждается химоз с бледно-желтоватым оттенком орбитальной конъюнктивы. Острота зрения при проведении визометрии соответствует референтным значениям. При остром течении гнойного тинонита возможно повышение внутриглазного давления, что определяется методом тонометрии. Дифференциальная диагностика серозного тинонита проводится с миозитом наружных мышц глазного яблока эписклеритом и склеритом. В отличие от воспаления тиноновой капсулы, при глазном миозите экзофтальм достигает высокой степени, присутствует клиника фотофобии и слезотечения. Отличительными чертами склерита и эписклерита является выраженная гиперемия орбитальной конъюнктивы, очаги воспаления на наружной соединительно-тканной оболочке глаза, светобоязнь. Гнойную форму тинонита необходимо дифференцировать с флегмоной глаза. При флегмоне глаза обнаруживаются общие интоксикационные симптомы, состояние пациента, как правило, тяжелое.